Дорогие друзья, я в аэропорту Шереметьево встретила народного артиста Филиппа Бедросовича Киркорова, который в данный момент, ну, собственно, как и во время нашего интервью, находится на жесточайшей диете. Да. И сейчас вы это увидите собственными глазами. Да. Да, Филипп? Да, 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 да. Пока да, покажу да, только лицо. Да, да, лицо, а вот уже, собственно говоря, пошла и следы от лица. Приятного аппетита. Ями-ями. Филя, ну как ты докатился до такой жизни? Ну, Ксюшенька, знал, что тебя встречу. А как же вот эта диета? Опозорюсь на всю страну. То есть вот все-таки Биг Мак по пути в аэропорт, да? Это традиция. Если не будет Биг Мака по пути в аэропорт, особенно в Питер, то день не удался, уж концерт провалился 100%. Поэтому, чтобы сохранить равновесие и, несмотря на пандемию, прекрасно выступить в любимой Гинзе, посетить любимый город, увидеть любимую Васильну, которая встречает, это прекрасно. А у тебя можно спиздить одно крылышко или нельзя? Или у тебя точно рассчитана порция? Ты же знаешь, что тебе... Ксюша, можно все. Хочешь, я тебе лично в ротик тебя?